Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 8 мая. Пока еще не солнечно, но в целом чувствуется, как солнце пробивается через облака. Люди вот нагрелись, идут купаться. Температура воздуха около 18 градусов. Температура моря порядка 15. Море в целом подуспокоилось. Однако еще не совсем прозрачное, но купаться вполне приемлемо. Ветра нет. Если лежать на пляже, то достаточно тепло. Чувствуется прямо, как солнышко припекает сквозь облака. Самая та погода для загара нежного и мягкого. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!